2500-й сертификат на материнский капитал вручили сегодня в пенсионном фонде. Кто же стал счастливым обладателем государственной поддержки, узнаем у нашего корреспондента Любови Пермяковой. Уважаемый Василий Владимирович, уважаемая Ольга Александровна, разрешите мне от имени нашего отделения вручить вам наш сертификат на материнский капитал. В общем-то, он у нас идет 2500-м. У семьи Бочкаревых в семье четверо детей. Получение материнского капитала по каким-то причинам они все время оттягивали. Когда им позвонили из пенсионного фонда и сообщили, что они стали юбилейными получателями, семья была приятно удивлена. Да, мы абсолютно не ожидали, потому что мы задержались с получением сертификата немножко вот этого государственного. Вот, и как бы абсолютно неожиданно для нас это было. И так удивились приятно. Вот, что нас пригласили, что мы юбилейные оказались. Это очень редко такое бывает, как лотерейный билет, можно сказать. Поэтому нам очень приятно, что нас пригласили и в торжественной обстановке поздравить. Поздравить такую быстро растущую семью сегодня собрались руководители пенсионного фонда. Юбилейный сертификат из рук управляющего получил глава семейства. Средства материнского капитала семья планирует направить на улучшение жилищных условий. Ведь в квартире многодетной семьи становится тесно. Тем более, что семейная пара не исключает появление в семье пятого и последующих детей. Кстати, глава семьи Василий Бочкарев для тех, кто хочет иметь большую семью, дал ценный совет. Главное не бояться, главное, может быть, даже сломать какие-то стереотипы, потому что в основном у людей сейчас просто стереотипы, что 1-2 ребенка. Вот. Но когда этот стереотип уже пройден, 3, и уже там многим становится легче. А чтобы семьям жить стало еще легче, часть денег в размере 20 тысяч рублей средств федерального материнского капитала они могут получить в виде единовременной выплаты, потратив эти средства на любые нужды семьи. Любовь Пермякова, Сергей Качегов, телеканал «Север».